болею за Англию. Это так, ну за Бразилию в основном. Просто нравится, как играют. Ну, симулянтов много, не прикольно это. Мы болеем за сборную России. Я болею за Хорватию, Россию и Францию. За профессиональных одаренных футболистов. А поконкретнее? Поконкретнее за Месси, но он выбыл. Угу. Так все-таки не такой, наверное, одаренный получается. Нет, он очень одаренный, и команда неодаренная. Мы из России как раз. У нас он и проходит из Нижнего Новгорода. Ага. Как болеете, как поддерживаете? Очень замечательно, поддерживаем. Мы очень рады, что наша российская сборная вышла в четвертьфинала. Я болею за Россию, конечно же. Я из России приехал. Болею всячески. А как в плане... Вот одеваем шарф, красимся и иду делки. Кричим. Какие кричалки знаете? Вперед, Россия, давай, давай. Станет чемпионом мира Франция. Почему? Ну, потому что самая сильная команда. Ну, я, наверное, думаю, Англия. Почему? Ну, я не знаю, мне нравится их игра. Смотря сейчас по игре сборной Бразилии, то они могут стать чемпионами мира. Ну, Россия вообще никогда. Не станет? Нет. Почему? Ну, смотря на их игру, как она играет. Сейчас у них хорошая игра, что ты гонишь? Я думаю, что победит Франция. Почему? Ну, у них очень хороший состав. Ну, может быть, Англия, наверное. Да, я думаю, что Бразилия все-таки сильная команда. Ну, россияне раз выйдут, если финал... Очень хотелось, чтобы россияне победили, но надо трезво смотреть на вещи. Ну, Россия – это лукавство. Ну, чудо может быть, но Бельгия, либо Франция. Угу. Да. А чем аргументируете? У Бельгии больше атакующий футбол, и французы ничем не уступают тому же атакующему футболу Бельгии. В принципе, это может быть даже финал, это будет очень захватывающе для зрителей.